Идем. Просто пойдем куда-нибудь и будем бороться. Ты прав. Мы найдем способ помочь и так. А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо. Здарова, братаны, вы на канале Дивплей. Меня зовут Евгений. И сегодня мы будем продолжать проходить... Двое на Расславина. И сегодня у нас будет концовка «Второй шанс». Ну и погнали. Так, чтобы на нее выйти, нам надо взять ебучий пистолет. Я подумал, Алекс прав, мало ли кто нас ждать будет. Я смогу Славе защитить. Физкультура у нас обоих развита, но пистолет надежнее. К тому же я метко стреляю. Славе, я сейчас записи просмотрю. Славя кивнула и вышла из домика. Поглядывая на дверь, я быстренько достал шкатулку и открыл ее ключом. Достав пистолет, я подумал и положил туда кружку со стола. По весу должно быть похоже. Закрыл ключом шкатулку, сунул пистолет в карман, а шкатулку аккуратно положил на место. Вот, не обязательно доставать его, чтобы разбираться. Но согласись, он придает уверенности. Я пожал плечами, схватил для отвода глаз блокнот с записями и вышел. И... Нет. Готов? Идем. Славя закрыла домик, и мы поспешили к лодочной станции. Да ладно, это промотать нельзя? Вокруг ходили пионеры, причем почему-то парочками. Славя тоже взяла меня под руку. Я вопросительно посмотрел на нее, но она лишь улыбнулась мне. Приятно, не буду спорить. Я промолчу. Правильно, я тоже не буду говорить... что ты так за умного сойдешь. Эй! Извини, извини, шутка. Мы направились к лодочной станции. Ну вот, оружие у нас в кармане есть, я спокоен. Не уверен, что стоило. Мы взяли лодку и оба сели в нее. На удивление, вокруг никого не было. Ни засады какой, ни просто пионеров вокруг. Да ладно, это уже должно промотаться. Засада будет уже там, скорее всего. Я греб веслами, Славя смотрела на водную гладь. Так, я понял, что-то тут залагало. Ш настройки. Так. Что ж, думаю, отсюда можно уже будет без перемоток. Нет, не совсем, хотя и в очках в этот раз. Ты! Она держала пистолет. В следующую секунду она направила пистолет на Славю. Ох, не стоит. Для гарантии, боец, наклейку давай. Какое-то дежавю или... Лучше помог бы. Есть вариантик. Я все еще направляю пистолет на Женю и сделал шаг в ее направлении. Не-не-не-не-не, пистолет откинь подальше, а то шутинг щап. А? Знаешь же, что отличает Макарова от прочего оружия в лагере? Потеря памяти о циклах, да она возродится в новом цикле. Вот только тебя помнить не будет. Мы гневно смотрели на нее. С другой стороны, мы можем всего этого избежать, знаешь? Вас система выпустит, скорее всего, без наклейки даже. Ну? Не понукай. Блять, опять не проматывает. Иль темпо андато. Короче. Еще быстрее! Делаешь ускорение... Так... Это было. Нахуя ему пистолет, если он им все равно не пользуется? Мы же взяли.
форта. Я наблюдал как будто со стороны. Алекс смог еще ускорить мое тело. И вовремя пуля уже вырвалась из пистолета сжения в его сторону. Он выстрелил, одновременно увернувшись от пули. По счастью, пуля летела мимо отлетающей в сторону Слави. Резко я снова вошел в свое тело и еле устоял на ногах. Мир из размытого снова стал нормальным. А чё оно взорвалось-то? Я успел заметить, как Женя падала, рассыпаясь на цветные всполохи. Слави поднималась с пола. Блять, и не проматывает. Падла. Я подскочил к ней. Прости, солнце, надеюсь, не сильно ударилась. Слави смотрела на меня испуганным взглядом. Не представляю, как все виделось ей. Она, наверное, и не поняла, что произошло. Как? Что это было? Потом расскажу, родная. Я помог, Славе, я! Я ведь тоже твой братик, да? Я тебе, блядь, дам, братик. Но спасибо, что помог. Знаешь, ты мог бы, конечно, Славю вытянуть в межмерье, но там у тебя против этой практикантки шансов не было бы вовсе. Я убрал наклейку в карман. Тут в дверях снова кто-то появился. Да ладно, ну блять, это-то должно было бы уже промотаться. Так, давай дальше. А пистолет? Пистолет лежал в кармане. Я уже собрался его вытащить, как вдруг! Все вокруг застыло. Мы просто не могли двигаться. Я так и понял, что это не просто так. Так, короче, Виола. Разницы особо никакой нет, да? И это промотать нельзя, блять. Меня это задолбало. Так, ну и чё и дальше? Все будем пропускать по чуть-чуть. Нихуя разницы нет. Ну еще чуть дальше. Так, это мы видели. Что, еще дальше? Я потянулся вверх рукой и не почувствовал ничего. Вокруг этого мира вакуум, нет междумирья. Так, виденное ранее, обратно возвращаем. Японский! В общем, выбираемся вместе, ну или мы тебя кидаем куда попадется и забираем Славе. Я встал угрожающе, сжав кулаки. Я бы сам не хотел драки, но видишь ли, ключ работает только с двумя половинками. А клона Слави ты нам дать не захотел. Так что сядь, будь паинькой, против меня у тебя шансов нет, против товарищей тем более. Он указал на теней вокруг. Тут передо мной появилась Юля, так... Сладких снов. Я потерял сознание. Так, я надеюсь, то тут уже хотя бы можно... Блять, перемотка и тут не работает, какого хуя? Она меня достала. Что за дерьмо? Почему это нельзя было сделать так, чтобы перематывалось?
Ну черт возьми, ну это ж должно было бы уже. Ладно, помотаем. Так сказать, почему бы и нет? Так. Значит, теперь тут делаем сейв. Тут. И ввязываемся в ситуацию. Ввязываемся. Нет, меня чё, зря сюда притащили? Не просто так же. Дело твое, сначала подумай, ты с ними обоими не справишься. Сначала попробуем поговорить. Идиот! Сам дурак! Я приблизился к ним. Отпустите их! Что вы делаете, убийцы? Его вон, уговори, пусть отпустят Славе, им двоим просто надо открыть портал нам и все. Нет, порталом воспользоваться сможет только один, наши расчеты точны. Блять, по-моему, такое уже было. Дайте угадаю, проматываться не будет, не. Так. Впрочем, ладно, надо же отсюда. Сохраняться. Что ж, давайте спасем девочку, да, вот. Мия. Мне жаль Славе, но могу ли я подвести ее сейчас? Нет. Она жертвует собой ради этой девочки. Ну держись, сволочь! Глупо. Я закрыл глаза и в доли секунды собрал всю концентрацию, на которую был способен. Ускорение! Я говорил тихо, скорее для себя. Чувствовал, что ускорение не наступает сразу. Я задерживал дыхание. Как только я выдохну, она начнет действовать. Я кинулся с обычной скоростью к главе Черного Лотоса. Все вокруг резко замедлилось. Времени думать не было, потому я схватил нож в руку. Со своей уже скоростью кинул нож в черного клона Влада. Да, он отводил пистолет от девочки так. Чуть. Еще. Пистолет наведен на меня. Уворачиваемся. Что-то произошло, и резко все вернулось к нормальному течению времени. Ноги стали подкашиваться. Я еще тянулся вперед, но упал. Падая, обернулся. Видел, как Славя вырвалась и бежит в мою сторону. Выстрел. И она падает тоже. Только теперь я почувствовал, что истекаю кровью. В меня тоже попали. Глупец, я мог помочь тебе! А теперь придется искать другой выход. Мы лежим и смотрим друг на друга, пытаясь тянуться друг к другу. Я слышу еще выстрелы. Они убивают друг друга. Давайте еще раз 5 раз скажем друг друга. Мы ж так любим это ебаное слово, да? Все погружается во тьму. Я стою на островке, сзади ничего нет, пустота. Впереди раскинулось что-то мерцающее огнями. И Славя? Славя, ты жива? Она не оглянулась. Эти миры, они все тут. И твой мир, и мой. Славя, мы все же выбрались, мы живы? Нет, Лёш. Попробуй коснуться меня. Я подошел к Славе и хотел ее погладить, но моя рука прошла сквозь нее. Как это? Мы призраки, Лёш. Пусть вместе, но мы теперь просто духи. А миры связывают, взывают о помощи. Всем. И помочь мы не сможем. Нельзя сдаваться. Мы найдем выход. Твой пистолет. Именно он лишил нас жизни. Наши тела мертвы. Мы найдем другие. Я не знаю, что и думать. У меня сейчас физически нет сердца, но оно болит. Я слышу эту боль и страдания людей в этих мирах.
но никому не могу помочь. Слави, мы остались тут. Не просто так. Я чувствую. Идем. Просто пойдем куда-нибудь и будем бороться. Славя встала. Ты прав. Мы найдем способ помочь и так. Я поднял руку вверх с целью перемещения, но понял, что в этом месте так не работает. Я так поняла. Нужно сосредоточиться. Давай вместе. С усилием сосредоточимся. И громко пернем. Я вместе с ней поднял руку вверх. Раз. Два. Три. Все погрузилось во тьму. Семен очнулся от того, что было жарко. Ну и сморило. Он открыл глаза. Стоп, где это он? Вокруг лето? И Карус? А я не мог понять, что случилось. Я не управлял телом. Где я? Пипец, я не знаю, где я. А в голове еще кто-то говорит. Семен? Вроде вчера был. Хотя я уже ни в чем не уверен. Звездец, меня закинуло в чужое тело. Ох, мне еще шизофрении не хватало. Поищи себе другое тело. Не могу. Я сам не знаю, как сюда попал. В общем, надо осмотреться. Теперь я за Сашку. Эх, я могу помочь. Знаю лагерь. А тебе зачем мне помогать? Шанс в будущем обрести свое тело. Блин, я в дешевой фантастике, что ли? Не, ты в лагере совенок, вернее, у лагеря. Скинь куртку и идем. Семен скинул куртку и пошел на выход в единственную открытую дверь автобуса. Совенок, это настоящее название? Практически да. Погоди, сейчас вылетит Славя. В ворота действительно вышла Славя. Не моя. Или точно. У нее теперь Славя тоже вторым разумом. Ай да лагерь. Я мысленно смотрел на Славию и почти видел желтое свечение. Как Каиса когда-то. Дай мне поговорить с ней. Хорошо. Хорошо. Я получил контроль над функцией речи Семена. Славя, ты? Лёша! Боже, блять, какую-то ебучую шавку на улице не могут заткнуть. Сука, пиздец. Как видишь, мы теперь вторые разумы. Я надеюсь, что мы заслужим в конце цикла право вернуться. И будем вместе. И навсегда. Второй шанс! Да, ей, мы закончили. Эпилог. Влад очнулся. Ох, ну хоть это можно. Можно промотать. Эпилог с Владом. Блять, оно везде будет так интересно или чё? Что же, очки? Вот мы прошли еще одну концовку. А в следующий раз будем проходить еще одну. Да, вот как-то так. То есть, ну, в принципе, впереди еще их 4 штуки. Так что давайте тогда до следующего раза. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Вернись ко мне, моя...